нет, кого же из них мне спасти? Они сейчас упадут в лаву! Тут Леди Баг и Кзи, оранжевый радужный дурок, добрый миньон, Джамбен Джош. Это у нас моб с гусеницей, синий и луна аниматроник. Быстрее прыгаем в портал, потом разберемся. Ребят, я, кажется, оказался где-то под водой. Смотрите, меня закрыли в водяном кубе. Вот эти всякие монстры. Эй, что я вам плохого сделал? Ты кто такой? Ладно, давайте-ка попытаемся вон туда из воды выпрыгнуть. Да, это реально какой-то водяной столб. Приветики, монстры! Это вы все сделали, да? Зачем в воде меня закрыли? Что я вам плохого сделал? Там Леди Баг! Ребята, они поймали добрую Леди Баг! Ладно, сейчас мы попробуем ее спасти, только сперва вот этих монстров одолеем, а то со спины на меня нападут и опять посадят вот такую водную коробку. Так, иди-ка сюда, монстряга! Это луна, что ли? Что-то какая-то странная луна. Ты откуда такой взялся? Эй, ты! Пучеглазый. Так, ладно, отлично. С ними разобрались, с них выпали... А, это с летучей мыши выпало. Я думал, ничего себе, с них дроп выпадает. Так, где-то здесь Леди Баг была. Вот, приветик. Да, привет, спаси меня. Решетка сама закрывается. Да, я вижу, решеточка закрывается. Давай я сейчас к тебе зайду. О, что у тебя тут? Нажимная плита. Мы в тюрьме, Леди Баг. Так, попытаемся тебя сейчас быстренько вытащить. Решетка открывается иногда. И в это время мы можем как раз таки успеть отсюда выбраться. Так, Леди Баг, тебе лучше остаться здесь. Ну или вообще убегать вон туда по воде куда-нибудь домой, хорошо? Да, ладно, конечно. Спасибо, Зомбак, за спасение. Да, конечно же, не за что. Все, мы нашли вот такую нажимную плиту и можем ее использовать для этой двери. Попробуем пройти на следующее испытание. Что у нас здесь вообще? Ага, все опять водой затопило. Вы, походу, канализацию прорвало у них. И все реально водой затапливает. Я нашел какие-то, ребят, смотрите, джетпаки. Давайте попробуем их сейчас надеть. И что это? А, я летать могу, друзья. Я теперь могу летать. Ой, аккуратно. Да, я понял, что мне надо сделать. Мне нужно с помощью джетпака пролететь через вот эти вот кольца. Здесь, видите, есть небольшие отверстия в стекле, по которым я могу пролететь. О, там добрый миньон! Идите-ка сюда. Как здесь пролететь-то? Так, проходим по кругу. Опа-на, здесь еще и оранжевый друг. Так, на тебе, монстр! Миньона доброго надо вытащить. Миньон, ты в безопасности? Все хорошо? Да, все, спасибо большое! Наконец-то ты справился с этим оранжевым радужным другом! А то он немножечко мне надоел. Да, ну мы с ним пришли и разобрались. Ладно, я тогда пойду дальше, мне еще надо испытание проходить. Передавай привет другим миньончикам. Я думаю, что по воде ты тут уже сам спустишься. Так, а мы идем вот сюда, пролетаем в это вот окошко. Здесь, ребят, видите, можно по этим палочкам ходить. Я сейчас вам со стороны покажу, как я летаю вообще. Опа! Видите, прям на джетпаке наверх огневой силой, так сказать, взлетаем. Там какой-то сундук. Давайте сюда залетим, посмотрим. Алмазики. Это всегда хорошо, конечно. Возьму себе всего один стак, мне этого будет достаточно. Алмазов я и так много нашел уже за последние испытания. Это что там упало? Вы это видели? Я только что заметил, там какой-то блок упал. Что это было? Ладно, давайте тогда туда не пойдем, потому что это может быть действительно страшно. Так, идем дальше, друзья, в следующую комнату. И здесь у нас разные монстрики. Привет, Джамбо Джош. Ты что, добрый, что ли? А, да, конечно, добрый. Дерешься, конечно. Ты еще и силач, ой, посмотрите на него. А, я умею летать. Вот так тебе, понял? А я умею, видите, летать на джетпаке. Наверное, мы его сейчас снимем. Тратить сильно не будем, мало ли он мне еще пригодится. А то просто так на обычную комнату тратить джетпак, конечно, неразумненько будет. Так, давайте перезарядим сейчас пушечку и попробуем пойти драться с этими монстрами. Иди сюда, человек за окном. Как поживаешь? Отлично, мы, ребят, с ним справились. Смотрите, здесь у нас дверь закрыта на замок. Но ни из одного из этих персонажей не выпал ключ. Что мне делать? Подождите, здесь очень много туалетов стоит. Только не говорите, что мне надо будет рукой в туалете лазить и искать ключи. Нет, стоп, там еще дальше монстры, ух. Я к ним обязательно доберусь. Так, эта лестница, может, куда-то ведет? Попробуем подняться наверх, посмотрим. Так, нет, никуда не ведет, но я вижу ключ, вон он. Ребят,
Нам надо по другой лестнице просто было подняться вот сюда. А, нет, не сюда. По салатовой лестнице. Как туда попасть? А здесь нет подъема. Через туалет? А, через туалет можно залезть. Отлично. Да, немножечко ногу намочил я, конечно, в унитазе, но ничего страшного. Кто не смывает за собой? Ну что такое? Ну, ладно. Пойдемте дальше, ребят, на следующее испытание. Откроем дверьку и посмотрим. Вы посмотрите, здесь все затопило лавой. Ой, мне страшно здесь находиться. Давайте, наверное, здесь точку спампоинт напишем, чтобы, если что, хотя бы здесь же возродиться. И ключ, хотел сказать, уберем в карман. Я его случайно уронил вниз. Надеюсь, он нам больше не понадобится. Так, аккуратно перепрыгиваем. Иди-ка сюда, мопс-гусеница, полетай, поплавай в лаве вон там. Так, отлично, перепрыгиваем сюда. Будем аккуратненько проходить испытания. Надеюсь, у нас сегодня все получится с первой попытки. Если получится, я прям мастер паркура. Хотя тут довольно легкий паркур, видите, блоки рядом стоят, ничего сложного. Но я как всегда полный нуб. Стоп, подождите, у меня же есть джетпак. Мы можем его использовать. Да, друзья, не зря я экономил джетпак. Он мне пригодился. А я могу просто пролететь здесь сюда, да? И идти драться с монстрами. Вот это я хорошо придумал, ребят. Обойдем их паркурчик. Я умею летать, поняли, да? Че думали? Паркур для меня придумали, что я не пройду его, что ли? Такой прям сложный паркур сделали, да? Легко. Мы, ребят, все пролетели на джетпаке. Не знаю, честно это или нет, но зато все прекрасно. Мы зато прошли испытание. Это хорошо. Перезарядим пушку. Посмотрим, что в сундуке. Деньги! А деньги — это хорошо. Я как раз коплю себе на мощный компьютер. Я себе, наверное, все, ну вот столько заберу. Мне этого хватит, чтобы себе супер мощный компьютер взять. Ребята, ух, надеюсь, у меня комп потянет новые версии Майнкрафта. Иди-ка сюда, радужный друг. Здесь очень много разных монстров. Надо с ними разобраться. Найда сюда, зелененький. Сейчас я и с тобой справлюсь. Да что ж тебе надо-то, а? Что ты так пристал ко мне? Так, остался у нас еще Бан-Бан и Виктор Зас. Давайте справимся с вами. Эй, ты, Виктор, давай, подходи. На, сейчас я вас тут быстренько победю. Давай, отлично, с тобой справились. Ну и ты вообще легчайший был. Ключ. А у меня где-то был ключ. Ах, я его в лаву уронил, вы помните? На одном из испытаний. Вот здесь я уронил в лаву. Да, ключа у меня больше нет. Может быть, и в этой комнате где-то ключ найду. Эй, рыцари! Рыцари! Да, рыцари в доспехах тут стоят, ребят. О, что это такое? Тут еще одна дверь, ребята. Это может быть по какой-то секретной комнате. Давайте зайдем. Так, я нашел секретную комнату, ребят, прикольно. Так, что здесь? Ключ! Это круто, мы нашли ключ. Я просто случайно, я вообще хотел уже у этих стражников спросить, но походу это просто статуи. Но самое главное, что мы нашли ключ. Тут были стрелочки наверху. А, мы наверху и нашли его в верхней тайной комнате. Слушайте, круто! Мы проходим на следующее испытание. Здесь у нас разные монстры. Луна, аниматроник, привет! Здорово, давай драться, и Бамбалина тоже. Аккуратно, стоп, не надо все сразу, по одному. Монстры, подходи по одному, ладно? Давайте с вами соблюдать порядок. Один монстр на одного зомбака. Я только по очереди со всеми буду драться. Ну давай, Рокси, подошла сюда. Отлично, вот когда они мне по одному идут, вообще легко с ними драться. Ничего мне сделать не могут, видали? Победили. Это что там, туалет-вентилятор, что ли? Ой, вертолет он превратился. Это же вертолет. Он может летать, может быть? Как вы думаете, скибиди-туалеты умеют летать? Эй, ты, летать умеешь? Что-то ты какой-то страшный. А, он реально вертушку раскручивает. Сейчас как полетит. Ну или ударит меня своими лопастями. Так, возьмем вот эту пушку и просто его сейчас так победим. Отлично, друзья. С монстрами справились. Еще миллиарды денег. Я просто сегодня какой-то миллиардер. Ладно, все, погнали обратно в портал. Возвращаемся обратно. Да, дорожка построилась. У нас только Доминиона. Это единственный у нас добрый персонаж. А остальных нам нужно сейчас скинуть в лаву. Ну-ка, Луна, получай.
Синий радужный друг, тоже отправляйся в лаву. Отлично, о чем, мопс гусеница, смотришь на меня? Вы все злодеи, должны будете быть скинуты в лаву. Отлично, ну и Леди Баг и Гзи тоже. Остался только добрый миньон, которого мы, конечно же, спасаем. Ребят, я надеюсь, это видео вам понравилось. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. С вами был Зомбак, и до новых встреч. Всем пока-пока.